Всем привет, с вами Пертурабо, и со мной в скайпе тут Зандер, поздоровайся. Всем привет. Сделаем. В общем, играем тут 4 на 4 в Варкрафте. Зандер за нежить, я за орков. Ну и с нами два компа, альянсы и эльфы. И у компов наших противников то же самое все вроде. Да. Готов, вот так. За урков, что ли, за горку и морку, за трава. Ты, кстати, видал, где появился? Наверху. Чего? Ты в самом верху, а я в самом внизу. Да. Короче, друг другу не поможем, если чё. Да нет, почему? Можем, если ты, ну, научишься пользоваться свитками. Да я к ним не привык, я про них забываю. Я тебе подсказывать буду. Вот жалко, что орков только один строитель может строить. Ему нельзя помочь, как у людей, допустим, быстро построить. А он быстро строит. Ему не надо помогать. В принципе. Готов! Пойду на этот раз через дредлорда. Дело сделано. Что надо, хозяин? Потом, наверное, лича. Ну, я не знаю, как там получится. Но надо бы здесь побыстрее скачивать. Ну, у эльфов есть одно превосходство над другими расами. У них дерево не вырубается никогда. Бесконечно. Ну, это как бы и минус большой. Они собирают по 5 дерева, это очень мало. 5 дерева за там 3 оборота, что ли. Вокруг этого дерева дурацкого. Ну, зато никогда не кончится древесина. Ну, древесина-то может и не кончится, да, но это очень медленно и очень много тратится как бы на количество. Это прикольно, кстати, в Варкрафте то, что компы пикают, куда они идут. То, что компы пикают, куда они идут, а вахи такого нет. Ну да, да. Это они просят помощь. Че надо, хозяин? Ну, я буду играть, наверное, вначале через этого мастера клинка. Мастера клинка. Ну, вообще, да, неплохо пить для начала. С удовольствием. Тут еще это. Возьми. Ой, как много леса тут, это приятно прям. Да, кстати, леса здесь прилично. Сделай. Это хорошо, кстати говоря. Так, тут есть наемники. Фонтан. И один рудник, типа, такой для прикола. Замурованный, понятно. Чего прикажешь? А, это рудники таких. Они, кстати, в них голды обычно очень много. Вообще все что угодно. Мой клинок жаждет крови. Слушаюсь и повинуюсь. Ну, стой, раба. Раб куда ушел? На шельф Т2 идет. Я тоже. Уже. Дело сделано. Че надо, хозяин? Дело сделано. С удовольствием. Для пучков вообще стало. Ну, в принципе, пока все одинаково. Нифига, куда он пикнула. Эльфы собрались на рудник. Ну. Чужой. Блин, а человек зачищает все мои хрипов, урод. Да, повелитель. Без этого надо самому бежать первым, как бы зачищать их. Зол Джин будет отмщен. Тебе одного бугая хватит, чтобы снести там этот маленький зелененький лагерь. А вот чтобы такой вот оранжевенький снести, тут уже посильнее. Побольше лодки. Я иду на оранжевый. Да, у тебя всего два бугая и один этот.
отвечаю. Немножко подмикивай, чтобы били тень. Мантия ученого прикольно. Блин, вот он станет очень мощно. Хорошо станет. Что? Это вот вожак Виндиго станет очень сильно. Возможно. Иди в жопу, Альянс, дай мне уровень получить, пришел на помощь. Они такие, они любят помогать. Забирать себе все. Еще и вещи забирают всегда. Слушаюсь и повинуюсь. Попробуем так же сделать. Да. Я смотрел, кстати, самый сильный по урону на 10 уровне это мастер клинка. У него самый большой дамаг. У него самый большой урон изначальный. И самый большой урон в игре из всех вообще да. Героев. Хороший. Ну, хп у него не очень много, правда, есть помощнее по хп героя. Ну, его компенсируется уроном и выживалкой. Первой способностью и второй. Кого убить? Таздинга! Чего прикажешь на такуга? Табу! Ну, деле мне неуязвимости нет вообще, ребята, нет. С древесиной все идеально. Плащ теней снова дали. Плащ теней. Продай его. Вот. Что прикажете? Смотри, там уже баталии вон какие идут. Да. Нежить с орком. Идут на нашего эльфа. Па. Плюс герой. Вот, смотри, не рубай. Да не так выглядел. Где? Ну все, уже поздно, вот здесь. А, это я знаю, они выглядят как эти пауки твои нежитянские, только они типа не нежитянские. Ну, выглядят точно так да. Же. Я знаю, как они выглядят, наверное. Да, повелитель. Так, наверное, куплю в овца духов или Таурена. Овца духов куплю. Бери лучше нет, мы этого. На волке, который. Шамана? Да. Потому что у тебя этот мастер. Тебе можно и фул дамаг идти. Что прикажете? Да, повелитель. Главное потом волчар наделать. Хороший выбор. Волчий всадник. Ну это типа навык травы из компании. Они будут танковать. Нет, это отдельный совершенно герой. Не, ну у него способности. Не аналог, но просто способности одни и те же, потому что один и тот же класс. Ну да, вот они, нарубы. Типа. Моя жизнь да. Да. Супруга Наруба. А что это вообще за Наруб? Кто он такой, Наруб? Наруб это основатель этой империи. Не, просто ни разу его не видел. Фраза так называется. Угу. Наруб. А что за супруга Наруба? На самом деле не знаю. Ну, здесь я уже говорил об этом вчера тебе лично. Здесь профессиональная озвучка. Здесь как бы все хорошо с этим, но перевод здесь корявый. Поэтому здесь могли перевести как угодно. То есть вряд ли она называется в оригинале супругой Наруба. Там я сильно сомневаюсь. Но даже если так, то в этом ничего как бы страшного. Вот у меня леса нет вообще. Вижу и леса нет? Да. Тебе сколько скинуть? Так, где-то. Побольше. Сколько но, можешь? Мать. О, нормально. Хватит тебе? Да. Нормально. Прикажете? Дело сделано. Колесница прикатила одинокая. Мышка не была. Вот мне подлагивает что-то. Что прикажете? М? Подлагивает. Подлагивает? Да. А эти кадои, они вообще нормальные? Они баф дают. Силят так. Да, одного. Они к тому же они могут сожрать там какую-нибудь. Ну это я знаю, да. Типа любого юнита до 6 уровня. Да. Ну, кроме героев. Принадлежит орде. Враги напали на город наших союзников. Да, я думаю, наш им этот отобьется.
Да, повелитель. Слушай. Хотя ладно, пойду помогу. Да. Помогать надо обязательно, иначе их снесут и все там. Дисбаланс сразу. Их больше, нас меньше. Я эльфам пока помогаю. Я людям. Если эльфов быстрее снести. Хороший выбор. Что такое себе? Отдай, берегись! Так и будет. Да будет так. Будь осторожен. Опа. Кого я нашел? Ну-ка стоять. А ну-ка стоять. Нужна древесина. Что надо, хозяин? Нужна древесина. С удовольствием. Да. Шодиста. Надо бы это прокачивать. Шодиста. Ну, пойду этот. К источнику жизни. Фонтанчику. Правильно. Вам нужен мой совет. Что прикажете? Что прикажете? А я иду забирать вражеских крипов. Да, лучше было вот этого парня сейчас убить. Ну, нормально. Ну, капец, третий уровень, атака 51 плюс 4 у меня. Имба. Да. Не совсем, правда, имба, но... Снова у меня рукавицы огра упали, вообще хорошо. Да. Тоже нормально. Это как бы это вообще хорошо. Угу. Что надо, хозяин? Все с друзья хорошо. Так. Берем вот этого парня. Книга знаний. Что прикажете? Книга знаний увеличивает все твои. Я знаю. Все так, я прокачаю критический урон. Да, повелитель. Хорошо, что они так тупят хорошо, прям вот. Хорошо, что они так тупят хорошо. Да, они меня встречают и мимо будут. Убить. Ты там где шаришься? Че у тебя? Пять дерева нет. Ну. Бомж какой. А, нормально. Нормально. Золота много, древесины нет. Нужны еще рудники. Надо на мид идти, короче, вырубать леса. Я вот наоборот. Золота мало. Тебя скинуть? Ну, немножко. Что ну, спасибо, вообще нормально. По-братски прям закинем. Надо пойду-ка, короче, я на мид буду вырубать там лес. Рабами? Не уйдешь. Да. Они будут бегать далеко. Нет, я построю лесопилку. Лесопилку. Да здесь леса немерено, тебе чего не хватает? Мне золото надо. Нужно больше рудников. Больше рудников, богу рудников. Что прикажете? Шодиска. Слушаюсь и повинуюсь. Пока что все хорошо. Хоть бы мне сейчас никто не пришел на помощь, хочу сам бахнуть. Хороший выбор. Она еще нежить призывает, отлично. Кто? Это супруга Неруба. Да, на всяких андедиков там. Камень здоровья. Какой камень здоровья, классная вещь. Ты его сразу не трать, он тебе пассивный регин. Так, да, надо купить сферу. Я что-то с одним героем. Хотел ли часть его? Здесь вот можно сделать еще. А, мне нужно зиккураты. Четыре на четыре такое вообще. Не знаю, я вот играю в Warcraft, и тут как бы все медленно, но очень приятно, я не знаю почему. Вот это вот развитие планомерное такое. Не как в Вахе, в Вахе все быстро, тут такое постепенно все. Я не знаю. Очень интересненько.
Да, я не знаю, мне это очень нравится. Вот именно в плане стратегии, мне кажется, Warcraft более проработанный. Я не знаю, он более простой, но... Я не знаю. Это не объяснить, короче. Ну да, это... Если ты фанат Warcraft, то это не объяснить. Так. Да, я думаю, тут отобьются. Надо помогать идти. Да нет, телепортнулся. Там и Альянс нормально отобьются. Так, у меня раб застрял. Вылез, хорош. Видишь, в чем проблема ночного эльфа? Смотри на его базу. Прямо вот сейчас. Ночного эльфа? Да. Ну, застреет? Угу, он сейчас взял, застроил, короче, все. И ну это такое бывает. Да, ну, такой вот ИИ тут. Но все равно. В некоторых моментах он поумнее, чем ваховский. А, гораздо умнее. Ну, вот в Warcraft именно проблема самозастроя есть. Да, и именно у ночного эльфа это самое фатальное. Потому что у него начинают тупить сразу все войска. И он начинает, короче, тыкаться в две стороны, и все. То, что ничего не делает. И тычется на своей базе. Вот, и... Ой, нет, ну ты сейчас бахнут, я отступаю, короче. Там да. Капец, потому что... Так. Потихоньку все делается, армия копится. Так и будет. Бойня крутится. Уже замутится. Так, смотри, застроился этот эльф. Да, ладно. Вон там вот. Мои глаза открыты. Ой, мне кодуя бахнули, уроды. О, спасибо, эльф пришел на помощь. Хорош. Все-таки вылез со своей базы, да? Ну да. Почти. Видишь, он туда-сюда опять бегает. Что-то не получается. Да. Так, ну вообще-то я могу уже идти в атаку. Что? Куда? Давай-ка. Из хаткефи пока выучу только букву С. Это назад. Ну, остановиться. Угу. Вайх тоже самое. По-моему. Эльф убегает. Чего? Ну я сейчас к тебе приеду. Он не стал превозмогать. Нет. Понятно. Слышь, эльф, сыкло, а как же превозмогать? А как же за орду? Оп, нормально, порт. Пойду строителей сажать, что ли, отстреливаться. О, андеды. Андеды. По-братски. По-братски пришли на помощь корде. Блин, я раб не с той стороны вылез, застрял. Но вылезет из правильной стороны, дебил. Чего хочешь, что прикажете? Блин, там еще и урок. Тут еще и урок. Сейчас бахнет. Хороший выбор. Карада! Да! Красная люка. Так, где мой раб? Один был где-то. Строй казарму еще одну. О, Альянс, да, хорош. Слушаюсь и повинуюсь. Хороший выбор. Да. Слушаюсь и повинуюсь. Все, кто надо, пришли, помогли. Че надо? По-пацански. Можем идти дальше. Можно пройти. Давайте. У меня войск нету пока. Да. Под наемников куплю хотя бы что одного. Есть, тем людям. От судьбы не уйдешь. Все, что есть. Что ты меня ману собираешь, Мадонна такой? Враги напали на город. Опа! Да, а у меня на этот раз нет телепорта, то есть я не могу. Ну, Альянс есть зато. Что прикажете? Так. Так, ну я покупаю шаманов двух. Сначала их прокачай. Прокачанный уже. А, прокачанный, значит, да. Что прикажете?
еще, мне надо еще парочку денег. Денег. Дело сделано. На город наших союзников. Да, прилети. Шодочка. Так, я пришел, а тут уже отбились. Да. Шодочка. Иду назад. Слушаюсь и моя жизнь принадлежит отзываю к силам. А вот эта вот хрень, которая, знаешь, увеличивает размер у шамана, есть же способность? Что она вообще дает? Приступаю. А так спид дает. Понял. Скорость атаки, короче. Ты почитай, как бы. У тебя на шамане написано. Кто там напал? Стоп, не понял. Что прикажете? Приказывай. Силами ветра, земли и огня. Зеленая эльфятина, походу, себя тоже застроила. Еле шевелится. На меня напали там опять. Розовенький. Розовенький. Урод. И армию не успел пополнить. Герой мёрт. На истину. Герой слит. Так, встретили, спасаем. Тебе что, прям вообще пришли? С удовольствием. Да-да. Скорость... А, да, еще move speed он увеличивает. Скорость перемещения и скорость атаки. Так, ну ладно, тогда пока не буду выходить. Ну вот чё, ну... Пришёл же к моим рабам, урод. Скотобазина, еще одного из них в овцу превратил. Хороший. И вот ты прикинь, за ними прям идет. Вот охотится за моими рабами. У меня по золоту вообще, да. Чего хочешь? Это вообще хреново. У тебя что там с золотом? Неплохо все, 760. Мне нужен поэтому второй рудник. Я пытаюсь до него добраться. Да мне бы вот тоже второй рудник не помешал. Судьбы не уйдешь. Честно сказать. С деревом поменял. Когда же мой раб станет рабом, а не овцой? Так. У тебя есть эти катапульты? Есть две. Ну иди руби ими деревья. Да зачем, если так я добью? Добываю, то есть. Ломай деревья, быстрее крупнику пройдешь. Да я знаю. Это еще обучали в компании за нежить этому. Ну-ка, ну да. У меня вот такой канители нет. Мне, кстати, в первом Warcraft 3 просто не Frozen Throne. Катапульты больше нравятся орков. Мои глаза открыты. У меня, короче, телепорта нету, отлично. Чего хочешь? А есть телепорт только. Потолку я тут рядом. Да, я думаю, они отобьются. Ну я еще сейчас приду. Давай. Моя жизнь принадлежит Орде. Моя жизнь принадлежит Орде. Враги напали на город наших союзников. Вижу и помню. Кадоев жуем. Героев жуем. Да блин, он опять этот розовый пришел. Вот хорош моих рабов убивать. Вот поубивал же скотобазина. Ну смотри, уже вкачанные полностью вообще герои войска. Блин, что катапульты подкатили. Ну, где герой? Че как долго бежишь? Харон, ты горгулий сидит. Вам нужен мой совет. О, там еще и нежить, короче. Я нежить. Повелитель. Хороший выбор. Банзай! Мои глаза открыты. Так и будет. Что прикажете? Что прикажете? Единственное, нежели здесь я. Порченной земли нигде нет. Да, вообще. Реально. Так, двух вот этих ремонт. Получается,
2 плюс 4 это 6. Правильно? Чем могу помочь? Прикажете? Да, видите. Совесть. Поистину. Я это придумал. Героя бахнул. Отлично. От судьбы не уйдет. Где там полудохлые будет отмещен. Ну-ка жрать. Что прикажете? Наш герой мертв. Моя жизнь принадлежит Орде. Враги. Вам нужен мой совет. Союзников. На тебя что ли напали? И не только на меня. Открыты. На нас всех нападают. Вижу и помню. Я это предвидел. На меня не нападает. Ну вот на тебя вообще не нападает, а на меня идут по очереди. Блин, меня тут бахнут. Будь осторожен! Тебя тут бахнут, говоришь? Ух, это проблемы, да? Так, ну-ка, ребят, быстро. Вернулся! Ставить! Ставить жрать. Сейчас я вернусь, сейчас я к тебе приду, подожди. Моя жизнь принадлежит Орде. Ой, еще и человек, отлично. И эльф. Все одновременно приперли. Вообще идеально. Тимплей. Теперь эти сбунтовались. Отлично. Так, от того мы имеем почти все уничтоженные логово. Алтаря героев нету, отлично. Я пошел убивать их, пацаны. О, конечно, есть интернет. Играю через одного героя, кстати говоря. Я хотел сделать лича, я хотел. Но я забыл. Мне не хватило сначала ресурсов, я потом такой, ну, охуеть. Ну, здесь месиво, да, я понимаю. Не, урки это не мое, нужно было нежить брать. Чем тебе урки не нравятся? Не знаю. Мне всем нравится. Урки это не шаг. Урки это класс. Урки это все это вообще. Чпуньк. Че, идем воевать? У меня денег нет на армию. Вообще нет денег? Вообще, а скинь мне. Сейчас подожди, я тут звонит. Иду воевать. А? На тебе денег. Табу. О, нормально. Да? Че надо, хозяин? Готов вкалывать. Стрей. Чпоник. Бум. Бах-бах. Конечно же, солью здесь все свои войска, но в этом-то и суть. Варкрафта? Да нет, в этом суть как бы... Всего. Атаки, атаки на врагов. Слить как можно больше своих войск и чужих заодно. Кстати, да, вот так делаем. Пока что я слил только трех горгулей, и все. Больше ничего. Ну, атака на меня была хорошая, то есть они пришли, отхватили, вы идете в контратаку. Зулджин будет отмщен. Скажем так. Кого убить? Ну все, это минус альянс определенно. Здесь мы их смещаем. В это же самое время, что мы делаем? А.
Наш источник золота скоро иссякнет. Вот в чем проблема. У меня нет золота. Практически. Да. Хорошо. Все. Моя жизнь. Торда что-то пришла. Стоит ушами шевелить. И все. О, Старфол подъехал. Вообще идеально. Нужно больше золота. Чем могу помочь? Что прикажете? Так. Ну все. Сделаю. А вы когда вы играли с Вайкой? Недавно или там? Час-два? Утром, утром все. Бомбил позвать. Моя жизнь. Тебя не было, я не знаю, я тебя не видел. Надо ВК всегда писать. Ну как бы сам бы там сказал, типа, чё, гоу, баху там. Варик. Нарик. Парик. Варик. Так, все кушать, ребят. Все кушать, все кушать. Быстренько. Опа! Так, мне нужен хотя бы один герой. Всем тяпк. Все, это минус альянс, конечно. Все, смотри. Все идеально. Так, ну-ка, кушать. На миду тут лесной дракончик нарвался. На более серьезных драконов. Синих. Наш рудник скоро иссякнет. Мой клинок жаждет крови. Смотри, как вообще быстро вообще. Все вообще идеально, смотри. У меня армия. Поначалу, короче, у меня все было плохо. Что прикажете? Жду приказания. Что я сделал? Идиот. Кто я сделал? Говори, ваш. Кона, три дракона. Летим! Да! Что прикажете? А чё, всё? Алло. Да. А где ещё трупы? Подожди, их же тут было, вон, немерено. Куда пойдём? Ой, блин, слушай, я тихо смотрю, на пыль. У меня золота нет. А ну-ка. Сюда пойдем книжек ломать. И пертураба давай. Вперед. Вперед, пертураба в атаку. Я на меду тут разбираюсь. С ботами. Банзай! Говори его. Что прикажете? Харада! Бэтсу! Да, повелитель, почерк Локтар! Что прикажете? Что прикажете? Угу. Удовольствие! Да, повелитель! Что прикажете? Да! Солнечко! Тыщ, пыщ! А это думаю, почему у меня войска не покупается, а у меня логова нет, я понял. Отлично. С удовольствием. Да-да. Хороший выбор. Тех паучков, правда, моих тут поломал. Бывает. Да, повелитель. Во славу пылающего клинка. Карада! Дело сделано! Карада! Все, короче, ломаем здесь всех. Опа! Тут он харак. Пип. Все. Ну, вообще-то да, вполне изи. Чего надо?
раскатали. Золотой рудник обрушился. Меня тоже. Я нет, все, у меня нет рудника, у меня нет ничего. Все, блин, дерево, тебе надо дерево. Давай. Сколько? У меня 6 дерева всего. На тебе. Хотя не-не-не-не. Что прикажете? Шодыська. Половина войска тут слева. Чего хочешь? Что прикажете? Чего надо, хозяин? С удовольствием. Что прикажете? Да, повелитель. Хороший выбор. Охранят меня мои предки. Дело сделано. Немедленно. Ну что? Я враги. Ну что? Не щелкай, а то забодаю. Ты слышал о коровьем бешенстве? Нежить сильная с именно драконами. Вот ну, Торро. Слушай, а может не надо? Конечно, да. Что нужно? Так, а кто еще остались? У нас Орда и... Кто еще? Нежить? Да, либо нежить. Пойдем вот сюда на нежить. Подожди, я видишь, что делаю? Я это предвидел. Что прикажете? Шодыська. Да, повелитель. Угу. Я золото не. Чего тебе? Золото не. Мне 500 золота не начали платить. Ну пока дать не могу. Сейчас будет побольше нам. У тебя у самого 300. Ну, у меня хотя бы рудник есть на добычу. Славу пылающего клинка. Хороший выбор. У меня нет рудника, в этом проблема. В принципе, и не надо. Фух. Только я орду взломаю. Вы можете идти там нежить ломать. Я пойду оттуда бить. А, тут один герой портнулся, но тут что-то серьезное будет. Один герой такой портный. Как и будет. Что прикажете? Портный герой, это хорошо. Что прикажете? Бедный Артас. 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 Не Артес, а Артас. Артас. Вообще не Артес, а Артас. Да я знаю, как правильно я угораю. Артас, Паркос. Мушкетёр. Мила. У арков тоже нету золота, поэтому надо ломать. Все, короче. Что прикажете? За три удара, короче, сносит раба голем. Вижу и помню. Я же не знаю, что мне тут все делать. Не выпустить. Слишком. Слишком крупно все. Будь осторожен! Что прикажете? На тебя рудник иди. Где? Что прикажете? Пикнул на карту. Банзай! Бэтсу! Банзай! Бэтсу! Что нужно? Я иду. За племя! Что прикажете? Я мои предки. Карада! Рабы бегут. Хороший выбор. А, это эти. Надо вот сюда идти, короче. Куда? На нежить.
Слушаюсь и повинуюсь. Не шутите. Ну идите на нерв. Нет, торгу надо добить. Ну что? Хранят меня мои предки. Что нужно? Немедленно. За племя. Что прикажете? Моего орка мастера клинка зовут Акино. Шодиска. Акино. Что прикажете? Типа самурай. Ну, значит, типа самурай. Типа. Враги, ну, типа, да. Похож. Тебя бахают, кстати. Кто меня бахает? Я им сейчас. Собака сутулая. Ты чё, офигел на туре? Что прикажете? Че, ты видел? Чё? А он охренел вообще. Да. Вы чё там тупите-то? Видите, убейте. Тупец, шестой уровень, атака 59. Ой, 57 плюс 9. Мощно. Слушаюсь и повинуюсь. Да. Зул-джин будет отмещен. Зул-джин будет отмещен. Что сделано, то сделано. Время пришло. Убили кого-то. Чего? А вот что прикажете? Кто следующий? А? Кто следующий? Нас атакуют. Я такой холодный. Не горячись, остынь. Не спи, замерзнешь. А? Все враги. Немедленно. Нас атакуют. Вам нужен мой совет. Что прикажете? Да. Че, готов врываться на нежить? Я? Да. Нет. Ты вон своим пингом. Я тут же это. На меня нежить нападает, мне рудник надо забрать. Мне не дают. Что прикажете? Врывайся сам. Что нужно? Пойду врываться. Судьбы не уйдешь. Иначе не твои войска же будут ломать. Что прикажете? Карада! Мои глаза открыты! Я враги! Ну что? Вижу и помню. Что прикажете? Банзай! Хороший выбор. Люблю финальную обилку мастера клинка, она жесткая прям. Я враги. Блейдшторм? Да. Ну, да, это же прикольно. На издание дамажит. Да, и войска, и все дамажит. Что прикажете? Ну все, нежити, капец. Растопчу! Да, прилетите. Понимаете? Что прикажете? Блин, мастер клинка сдох. Так и будет. Как? Ну, его зиккураты завалили. Ну, не крик надо водить. Тебя к тем... К тому же у тебя есть обилка, которая индийс встает. А я ее не качал. Надо? Почему не качал-то? Я прокачал критический урон. Ну, это вот шторм. И раздвоение.
Ну, иллюзию. Не, иллюзию бы поюзал. Да я её заюзал, но его всё равно убили. Смерть врагам! Их ты. Вижу и помню. Все. Джи-джи. Да уре. Well played. Можно продолжить игру. Я по войскам вообще в топе, чувак. Я по войскам первый. Ну, такой прикольненький бой относительно, конечно, получился. Ну да. Странненький. Такой. Ну, 4 на 4. Ну, можно еще больше сыграть, на самом можно деле. Можно и 8 на 8. Да. Ой, 6 на 6, точно. Да капец будет. Хотя, может, и сыграем. А можно. Ладно, спасибо всем, кто посмотрел. Всем пока. Всем пока.